Так, машина дымится, за нами погоня. Но мы уже на прямой дороге к сохранению. Сейчас я ездил в Амунейшн, затарился. 5 штук гранаток купил. Блин, собака. Уйди отсюда. Блин, тут будет сейчас просто апокалипсис. Так, быстро берем машину на другую. Погнали дальше. В общем, закупился гранаток и это... Чума. И главное бронежилет, потому что сейчас там у нас трудная миссия пойдет, очень тяжелая. Ой, какое нежное утро, просто как у меня в Вишкарале. Ай-яй-яй, какое нежное, прекрасное утро. Так, в общем, потому что миссия трудная предстоит, сейчас закупились, сейчас просто сохранимся и пойдем спокойненько уже на нашу миссию с ВУЗе. Подъезжаем к самой сохранялке, здесь спокойно вылезаем. Так. Так, отлично. Все. В принципе, у нас даже машина уже есть. Погнали. ВУЗе, буква В. Там перестрелка в этом. В переулке. В общем, я решил хорошенько помочь своему другу ВУЗе. Достал базуку, выстрелил и его убил вместе со всеми. И миссия провалена в итоге. Так что, ребят. В таких узких местах я вам даю жизненный совет. В помещении не надо палить из базуки. В помещении лучше из пистолетика. Ребятушки, не палите из гранатомета в помещении. И в маленьких переулочках тоже не палите из базуки. Не ходите, дети, в Африку гулять. Так, мы все это уже видели. Нам нужна машина, да. Ну, машина. Мы в прошлый раз, я, кстати, не расслышал, что ему нужна машина. Мы спокойно пешком перлись. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас доедем. Извини. Кстати, какого-то этого самого портье, по-моему, сбили. Очень жалко. Да вообще всех жалко. Nervous about the situation. This is the place. Какой четкий, хороший английский. Держись рядом с ВУЗе. Но нам не обязательно держаться рядом с ВУЗе. Так. Ладно, калаш побережем. С гранатами тут тоже надо, конечно, поаккуратнее работать. Ладно, разберемся. Но гранатами тоже можно. Так, вот сейчас можно будет их угостить. Вот, хорошо.